Так, ну что, доброго дня всем. Зиратбанк опять 1000 лир снял. Вообще никаких проблем. Без комиссии полностью все. Зирать снимайте, уже других все-таки берут комиссию. Риксас Сангейт, добро пожаловать. Мы не сюда приехали. По делам в офис приехали. Погодка вообще шикарнейшая. Классная, солнышко. Прям каждый день тепло. Да, с картой МИР все-таки, конечно, проблемы. Не в крупных магазинах не берут. Вчера в отеле вот хотели расплатиться. Клиенты заселяли. Не взяла карту МИР. Портабелла. Давайте уже налаживайте, чтобы МИР везде работал. Несмотря на то, что сейчас мало кто летит. Ну так, туристы ходят. Я вам только вторичку показываю, но есть еще первичка, я уже смотрел эти комплексы. Несколько комплексов, Сарасу здесь есть, Хурме там у нас есть. Такие вот комплексы. Здесь макеты, некоторые готовы уже, некоторые на стадии строительства. Виллы вот такие есть, виллы всегда находятся. И вот вам по ценам покажу, вот такой комплекс. Вот он, да? Вот цены на комплексы, еще ставьте на паузу, 1+1. Планировки. Так, давайте вот такой комплекс еще покажем. Цены. Ставьте еще на паузу. Смотрите. 1+1. 1+1. Планировки. Видите, 2+1 нету. Так, и вот этот комплекс, да, смотрите. О, сколько продано уже. 1+1, видите, продано. Дуплексы есть. Все, это все, что есть, смотрите, по-моему, квартира осталась. Раз, два, три квартиры осталось. Какие-то комплексы на стадии строительства, какие-то уже прям построены, какие-то уже отделки проходят. Я, в принципе, все их ездил, смотрел. Вот еще пишите. Скажу вам, что тут есть. Вот еще один комплекс. А-блок, Б-блок. Ну так, смотрите, площадь, цена, чтобы вам ориентироваться. Вот площадь. Вот цена. Все интересно, пишите. Поезжу, поснимаю. Доброго денька всем. Продолжаем наше путешествие на спиде. У нас новый день. Мой велик заскрипел. Ни с того ни с сего. Сегодня поедем новые места искать. Классно, что есть пешеходы такие. Переходы пешеходные. Они, видите, как и для коляски, для велосипеда сделаны. Мне уже нужно не слезать. Сегодня едем в сторону Сарысу, сегодня без моря. Смотрите, тут есть такой старый фон, относительно, не сильно старый. Смотрите, есть такие даже высотные дома, сколько там этажей, 9, не могу посчитать. Вот с тех балконов, скорее всего, видно море с верхних этажей. Так, вот этот дом сейчас есть в продаже. От застройщика сразу цены идут, поэтому здесь сделку можно сейчас совершить спокойно, без всяких проблем с переводом на Россию, ну, с России сюда денег. Вот. Но квартир очень мало осталось, очень быстро все разбирают. Если кому интересно, вы мне пишите, я вам скину подробную информацию. Но пишите только сразу вы ВКонтакте мне, ВК или в Инстаграм личку, потому что в комментариях очень тяжело что-то там писать, очень общаться, там какое-то сообщение потом пропадает. Напишите мне, я вас направлю, информацию скину по объекту. Но он не один такой объект, здесь много объектов этих, от застройщика есть. Ну и как везде, кстати, есть дома построенные, все, но скан они не получают, не могут получить. И, соответственно, дом без документов, такие дома даже снести в итоге потом. Ну, вот. Поэтому очень надо аккуратно подходить к выбору недвижимости. Все проверять досконально. Через проверенных людей все обязательно делать, чтобы никакие моменты не упустить. Да, вот с великом надо будет заехать, с этим скрипом убирать его. Гарантия 2 года вот на такие вещи, поэтому здесь хочу. Надеюсь, уберут. Так бы я сам убрал, но ключи нужны. Нет, ключей нет, там смазки добавить в каретку. Вот это вот, смотрите, еще есть стройки. Ну, тут здесь и новостройки, вторичка тоже есть. Получается, СРСУ, это как такой отдаленный райончик. Вот, ну, здесь можно как бы на пляж СРСУ поехать, тоже недалеко будет. Вот, а если туда на главный пляж Куни-Алты ехать, то уже как подальше будет, дальше, чем Курма, дальше, чем Лиман, естественно. Ну, тут тоже хорошо, так тихо, уютно. Дома здесь.
разные здесь комплексы, видите, невысокоэтажные. Вот строечка. Вот тот дом, кстати, того же застройщика, который я вам показывал. Но здесь, смотрите, тоже надо внимательно с РСУ относиться к этому райончику, потому что это дома, которые здесь на окраине. Многие писали: Женя, не пахнет ли у вас очное сержение? Нет, у нас в Хурме не пахнет. А вот здесь вот ближние дома, вот эти вот к горам крайние, вот именно уже с РСУ. Здесь вот есть речные сооружения, вот они. И сейчас вот нет запаха, но летом может быть душок небольшой, поэтому надо... Район хороший, все, но надо чуть подальше туда смотреть, квартиры выбирать. То есть смотреть, где пахнет, где не пахнет. С нами сегодня путешествие Тарас, Екатерина, его жена. Сегодня это мои проводники будут показывать мне, да, интересные места, секретные, которых никто не знает. Даже я. Сейчас мы завяжем тебе глаза. И отойдут меня. Так, вот мы сейчас прям мимо этих очистных сооружений поедем, вокруг них. Слушай, ну сейчас поедем по кругу, вообще ни капли запаха абсолютно нету. С другой стороны у нас гора, там вот на вершину можно подняться на фуникулёре с пляжа, с РСУ. А, вот, вот здесь уже есть душок. Вот. Повеяло, да, душком. Ну здесь прям, видите, мимо этих бочек проезжаем. Да, поэтому здесь, если ветерок в ту сторону подует, может немножко ароматом поддавать. Но опять же, все зависит от технологий, будут они лучше, от них не будут, насколько современные. Вот. Но у нас вообще ни разу не пахло. Я сколько катался, здесь рядом, я тут тоже был в районе в этом частенько, вообще ни разу не чувствовал запах. Но здесь, видите, прям вплотную едем из задней стороны, где горы. И получается, по идее, отсюда сильных ветров на район быть не должно, потому что как бы горы отсекают все равно, да, поток ветра, идет завихрение. То есть не так, как с моря все дует. То есть, получается, с моря, наоборот, дует сюда чаще, да, ветра. И, получается, этот весь аромат гонится туда, вглубь, уже вдаль, в горы. Вот, видите, прям бассейн очистные. Вот именно от них и может быть ароматиц. Так, там все это с кислородом проходит. То есть, кто знает, кстати, как работать с сержением, напишите, будет интересно. Ну, запах такой не прям что ж. Тошноты, какие-то зловония, знаете, такой легкий запах сероводорода. Да, может быть, типа такого. Как машина именно на газу проезжает, такой же аромат. Не так, что прям от тошноты прям плохо. Так, есть запашок, но не прям это. Даже не хочется заткнуть лицо тряпкой. Вот здесь вот есть духанчик. Прямо здесь, видите, такие змеевидные переливы бассейна. Блин, теперь с педалями все слышно будет. Не поговоришь особо на ходу, нам заехать делать обязательно. Смотрите, прям такие деревенские дома. Свои сады, выращивают что-то. Ну, здесь вообще уже никакого запаха, если на метр 500 до туда. Вообще ничем не пахнет. Зелени только, растительности деревьев. Вот смотрите, здесь курочки бегают. Я поменял камеру с микрофона, чтобы чуть потише этот скрип было слышно. Вот здесь курочки из сады свои. Наверное, можно что-то спросить, продают что-нибудь по сезону, когда урожай будет. Так, а вот видите, такие красно-белые знаки. Екатерина мне рассказала, что здесь Ликийская тропа начинается. 500 километров протяженность. Ну, наверное, многие слышат про эту Ликийскую тропу. Ну и вот, собственно, по ней едем. 500 километров у нас впереди, вот рюкзак, моя вещь. На все путешествие. Шутка, конечно. Не, ну я прошел велосипед, проехал. Ой, конечно, виды здесь красивые, еще эти дымка такая. И кайф вообще, воздух бесподобный, горный. Вот, смотрите, здесь помидорки, апельсинки, можно лимоны купить. Смотрите, здесь кафешечка какая-то есть. Да, и здесь еще апельсины продают. Вот цену не видно. Сейчас по-русски спросишь, цена будет дороже. А если бы были бы местные, да, как там по-турецки, я же забыл. Некадар. Некадар. Апельсин. И все, и выдал сразу свой русский. Я думаю, у нас на лице написано, что мы не местные. Все равно цена будет другая для местных. А может и нет, я не знаю, если честно. Пока не проверял. Привет, привет. Смотрите, здесь
пикники такие устраивают. Очень многие приезжают. И, кстати, да, воскресенье. Видите, как здесь немного народу. Но тут очень классно. Представляете, какая красота. Если берег не скрипел бы, еще бы ощущение было бы этой природы. Ничего, сейчас я вам еще покажу природу. Так, тут коллекция старого автопрома. Там еще были машины. Сейчас в гору поднимаемся потихонечку. Смотрите, кто-то живет здесь прям. Домики, сады прям под горами. Конечно, вот за продуктами неудобно, наверное, ездить отсюда. Ну, я думаю, люди привыкшие, наверное, все свое выращивают. Да, видите, смотрите, даже здесь цивилизация есть. Мусор отсюда вывозят. Вот они еще метки Ильинской тропы. Ну, где там уже эта ваша речка? О, какая красота! Немного подустал я. Ну что, нормально. 500 километров пройдем. Ой, смотрите, как красиво. Водопад прям, заводь. То, что я люблю, обожаю такие места. Все, мое любимое место. Класс. Сейчас велики пристегнем и туда. Ну что, спускаемся. Здесь, кстати, связь не ловит. Вообще никакая, ни интернет, ни телефон. Можно тут делать, медитировать. Расслабляться, релаксировать. О, какая красота, водопад. Шум воды, это вообще самое крутое, что может быть. Классно, да? Каньон такой небольшой. Если здесь нырнуть, вылезти можно здесь? Вот сюда выплывается. Угу. А тут прям прыгнуть можно? Здесь глубоко. Ой, ну кайф. О, рыбы плавают. Смотри, тут даже рыба. Если мне еще покушать можно даже. Ну, какая красотища, а. Вообще рай. Мы хотим туда дальше сейчас пройти. Надо очень аккуратно, осторожно. Главное не грохнуться. Надо растяжечку иметь. Так, здесь у кого-то пикничок, смотрите. Мангальчик, все дела. Ну, Тарас первый. Давай, мотор, камера. Класс. Холодно? Наверное, очень. Холодно? Ну и я также пойду сейчас. Сколько по ощущениям? Да? О, в общем, мерить сразу не будем, сначала ныряем, потом мерим, чтобы не расстраиваться. Да. Ох, кайф вообще. Обманул меня, говорит, как море. Море вчера 19-20 практически было. Давай сейчас. А тут все 14. Прям, знаете, все тело горит, обжигает. Класс вообще. Главное не разболеться, чтобы гайморит не вылез. Это так очень круто. Сейчас померим. Тело прям все красное, да? Горит от холодной воды. Так, ну я думаю 14. Сейчас сюда окунем. Здесь, может, даже чуть теплее будет, надо вот там мерить. Там лягушачий оркестр где-то звучит. Ой, ну классно вообще. Ну, не знаю, как вам эту точку на карте обозначить. Попробуем, может, как-нибудь здесь что в комментариях. Ой, в комментариях тоже в описании оставлю. Так, ладно, смотрим. Что-то там показывает. Ой, сбросилось. 17,2 показывало. А, 16,3. Нет, еще померим. Так, там припекает солнышко немножко. Камни могли нагреться, поэтому для чистоты эксперимента прямо вот сюда пролит. Вот так классно. Вы пока заряжаетесь этими эмоциями. Водичкой вода всегда успокаивает.
оттягивает всю негативную энергию. Как всегда, передаем вам закат. Ой, закат. Эмоции эти. Как Евгений Машковский. Так, давайте смотрим, да? Что там у нас намерил? Да, чуть-чуть дождем. Достаем. Вот на нижнюю смотрим. 16,1. 16,1. Ну, почти угадал. Почти 14. Ну, класс вообще. Сейчас так оделся, ну, чтобы не разболеть, сразу выперся. Сел вот здесь на камне. Просто релакс. Знаете, прям все оттягивает вообще. Все горе и печали. Очень классно. Потому что, ну, и адреналин получает, да, организм большой. Приветственное прохлаждение. Просто сидишь, вот такой релакс. Хоть спать ложись. Здесь, конечно, очень круто приехать сюда. Вот так вот. С мангальчиком. Взять чайку с собой, попить чайку, пожарить шашлычок какой-нибудь. Там котелок, я смотрю, у людей даже что-нибудь поварить. С детишками. Конечно, очень классно. Ну, вообще. Главное здесь с ним перебраться. Ну, тут вроде в обход можно так перебраться. Ну, это вообще просто райское местечко. Спасибо огромное Тарасу. Под видео оставлю ссылку на Тараса канал. Он, кстати, тоже снимает видео и отели. Я же вам его показывал, и отели, и вот такие вот места всякие. Поэтому заходите. Поддержите лайком, подпишитесь. Я сам когда-то начинал вести YouTube канал, и это очень тяжело было. Так хотелось, чтобы кто-то меня порекомендовал. Поэтому надо сейчас всем помогать. Тем более классный контент, когда Каппадокия у него есть. Ну, обязательно заглядывайте к нему. Вообще парень классный. Так, ну все, мы потихонечку поднимаемся. Вообще можно, смотрите, так вот туда пойти и вверх в течение прогуляться. Но мои сегодня уезжали на экскурсию. Вернулись. Пока я уже там где-то в горах был. Позвонили, говорят, а у нас ключей нет. Поэтому сейчас еду обратно. Так можно было бы еще где-нибудь загулять подальше туда. Посидеть, прилаксовать. Очень, конечно, хочется. Прям вообще умиротворение такое безумное. Оттягивает все. Хотел вам классный вид сделать. С отъезда на люди стоят. Это ничего страшного. Едем обратно. О, обратно уже хорошо так, с ветерком на спуск. Ну так классно, да, вот я приехал, разгорячился и прыгнул, охладился. Аккуратненько, главное, да, чтобы резких перепадов не было. Так, давайте хоть на обратном пути вам ретро-автомобиль покажу. Смотрите, какой красотка. Видите, прям датчики такие. Классно тут очень, атмосферно. Только без моего скрипа колес. Ой, там такой бассейн большой у кого-то. А, большой бассейн. Смотрите, тут домики такие есть, и прям с бассейном. Раз бассейн, два, три. Наверное, под задачу берешь себе домик и к нему бассейн. Ну, в сезон, наверное, почистят его. Собачка на охране сидит. Птицы поют, хоть в тишине побыть чуть-чуть. Велосипед мой трещит, трещит. Это я трещит велосипед. Смотрите, здесь еще лошадки есть. По дороге. Там большие были, а тут жеребцы маленькие. Хотя это вроде не жеребцы, это маленькие полупони, полулошадки. Так, ну что, мы уже вернулись с РСУ к нам сюда. Смотрите, есть дворы, площадки. Есть. Сейчас в какую-нибудь кафешечку заедем. Поедим шаурмички. Берем кебаб. Чего-нибудь вкусненького. Я сегодня вообще ничего не ел. С утра только два яйца съел и все. Весь день вот на заряде свежим воздухом, экологии, природы, горных рек и так далее. Вот булочная. Здесь очень хорошая. Так, я здесь дурум все время кушал вон там. Вот Тарас говорит, здесь тоже неплохое местечко, что-то здесь еще вкусненькое есть. Сейчас заедем, попробуем. Так, вот нам принесли вкусняшку. Это кошак с сыром, да, или как он с сыром? Лохмаджин. А, лохмаджин, да. Кошак это у них как сыр. А это пиде. Это, по-моему, сколько стоит? Это 20, да? Это 45, по-моему, да? Я даже не помню. И салатик еще принесли, я уже, правда, съел. Тут помидорка была. Попробуй. Бесплатно. Салат бонус. Чай 6 лет. Ну что, покушали? 150 лир на всех получилось. До свидания. Я себе еще взял супчик, потому что одним пиде сыт не будешь. А вот там вот в той кафешке шаурмишка, дырю,
25 лир, по-моему, был, да, 3 лиры. Такая большая, сытная. Заехал в Тимол, там где покупал, попробую по гарантии. Сделать чек, а правда нет с собой, сейчас попробую сделать. Так, 2 минуты, мне все сделали. Я думал, в каретке там как бы смазка высохла или еще чем-нибудь, оказывается, они просто педаль подтянули с двух сторон так. По-тугому. Большим ключом, и все, и больше не скрипит. Ну, здесь сейчас проехал, по крайней мере, не скрипит. Ну так вот, даже чек не попросили, они меня вспомнили. Все сделали, даже ничего не спрашиваю. Да, все отлично. Все тихо теперь, блин. Сколько видео было там запорото с таким звуком. Все, теперь нормально. Смотрите, какой сервис Турции класс, да? Без документов все, приехал, прям сразу взяли. Они там уже что-то делали, даже как бы без очереди. Бросили свой спец, раз пошли мой смотреть, сразу сделали. Так, я сейчас смотрю по часам, я уже 23 километра за сегодня катал. И то это я выключал иногда и забывал потом включать. Все, ну так вот. Не спеша. Накатал.